артист был прикован к постели, на фоне недуга у него отнялись ноги. В момент выписки он даже не смог самостоятельно передвигаться. Александру Станиславовичу потребовалась длительная реабилитация. Много месяцев знаменитость страдала из-за боли в суставах. Кроме того, из-за гормональных лекарств он начал стремительно набирать вес. Не успел Дьяченко восстановиться, как его настиг новый удар. 57-летний актер в социальной сети поделился с поклонниками тревожной новостью. Его мама госпитализирована с тяжелым инсультом. Александр попросил неравнодушных помолиться за выздоровление родительницы. «Если не трудно, люди добрые, помолитесь о ее выздоровлении, пожалуйста», – крестили маму под именем Любовь. Друзья и коллеги переживают за Дьяченко и его маму. Они не могут поверить в произошедшее, ведь еще недавно женщина веселилась на собственном юбилее. Александру Станиславовичу желают сил, а Марине Анатольевне скорейшего выздоровления. Александр Дьяченко не скрывает, что очень близок со своей мамой. Отца артист потерял более 20 лет назад от онкологического заболевания. В личной жизни артист утверждает, что у него есть очень близкий человек, с которым он счастлив уже долгие годы. Но все же главной женщиной на публике Александр всегда называет маму. Пожелаем Марине Анатольевне быстрого и полного выздоровления. Пусть теплая забота и искренняя любовь близких помогут победить болезнь.